От жизни к смерти, от полнолуния к новолунию этот храм служит стражем Серебряного Ларца. Хочешь что-нибудь купить? Добрый день. Что-нибудь приглянулось? Выгодная сделка. Отличный выбор. Держи. Отличный выбор. Держи. Отличный выбор. Держи. Отличный выбор. Выгодная сделка. Держи. Отличный выбор. Моя лавка всегда открыта. Дракон. Наверное, здесь изображена Пачамама, богиня материнства земли и времени у инков. Она богиня плодородия и урожая. Ее тело — это горы, и она же вызывала землетрясения. Люди создавали миниатюрные предметы одежды, очень искусно сделанные, исключительно для того, чтобы сжечь их, тем самым принося их ей в жертву. Этим можно объяснить подпалины на полу. А коричневые пятна, наверное, кровь лам. Их тоже часто приносили в жертву. Речь о месте неподалеку. Я там, где раньше летели стрелы. Я охраняю дверь, которая больше не откроется.
Это рекламная модель нефтяной вышки, сделанная из дешевой пластмассы и меди. На ее основании логотип компании «Парвенир». Нашла. По следам Напа дошел до Амазонки. Несколько недель одни лишь джунгли вокруг. У Филлипса началась лихорадка, и последние несколько дней пришлось тащить этого ублюдка через эти треклятые джунгли на себе. Он каждую ночь не давал мне спать. Вопил, что по нему ползают змеи. И когда мы уже собирались помереть от истощения, мы оказались в небольшом городке у подножия древнего храма. Местные накормили нас и лечили Филлипса, пока у него не спал жар. Я навел справки и узнал, что рядом есть еще один храм, такой же, как первый. Как только Филлипс наберется сил, мы осмотрим эти храмы. Значит, мы все-таки не зря проделали этот путь. Thank you.
Стены пористые, через них сочится нефть. Вот они. Когда раздастся вой пещер, воин должен спуститься вниз и облегчить их страдания. Если один не пожертвует собой, погибнут все. Старейшины деревни нас обманули. Под землей нет никакого зверя. Вой, который мы слышали, оказался всего лишь шумом ветра в небольшой пещере, выходящей на поверхность. Как же долго они пользовались нашим страхом. Как только я выберусь из этой инфернальной патагонки,
Клянусь, они у меня подавятся своей ложью. Вот он, древний бог войны и смерти Майя. Он такой древний, что, по слухам, существовал еще до начала времен. Обычно его изображают абсолютно черным и беззубым. О нем мало что известно, только то, что он любит курить вонючие сигары. Интересно, что он также изобрел барабаны. Думаю, это выход из гробницы. Шалотль, бог смерти. Мне нужно попасть туда. Мне нужно на тот уступ. Вот как можно пройти. Как бы рассчитать время? Вот черт! На той стороне что-то мешает. Мне не хватает сил. Thank you.
Что-то его удерживает. Мне не хватает сил. Почти готова. Надо придумать, как разблокировать ставни. Надо придумать, как разблокировать ставни. Осталось запустить другой маятник. Утих. Пора убираться отсюда.
Mm-hmm.